мотопробегом по нарушениям. В Новопулоцке закрыли мотосезон. 7 октября прошел мотопробег и развлекательная программа, знаменующая закрытие мотосезона. Байкеры клуба «Псидорог» в сопровождении сотрудников госавтоинспекции стартовали от автостанции и проехали по центральной улице города до Дворца водного спорта «Садко». Призвать к правопослушному, безаварийному и взаимовежливому поведению на дорогах – такую задачу ставили перед собой организаторы акции. В честь закрытия мотосезона 2017 проехали по улице нашего города, чтобы показать людям о необходимости безопасного участия в дорожном движении, будь то он автолюбитель, будь то он мотолюбитель. В Витебской области с участием механических двухколесных транспортных средств произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали более 20 человек. 5 из них погибли, 16 были ранены. 6 дорожно-транспортных происшествий произошло по вине нетрезвых мотоциклистов. Статистика упрямая вещь, поэтому в Новополоцке в истекшем году 2 ДТП с участием мотоциклистов, к сожалению, допущено. А в одном ДТП мотоциклист погиб, молодой парень. И одно ДТП, в котором мотоциклист пострадал. Посмотреть на байкеров и поучаствовать в развлечениях пришли новополочане и гости города. Посетители смогли насладиться конкурсной программой, поучаствовать в розыгрыше призов, полюбоваться выставкой мототехники. К слову, все байкеры акции – добросовестные водители. В нарушении правил замечены не были. Любовь Савко, Андрей Ярмоленко, Саммит Плюс ТВ.